Ежегодно в третье воскресенье августа в России отмечается День воздушного флота СССР. По этому случаю авиалюбители Донецка в парке имени Щербакова организовали показательное выступление. Праздник мини-авиации собрал участников и зрителей разных возрастов. Кордовых, свободно летающих радиоуправляемых самолетов не оставили никого равнодушным. На сцене центральной площади парка посетителям местные музыканты дарили живую музыку. Задача отвлечь людей немножко от войны, чтобы как это психологическая реабилитация с одной стороны, с другой стороны популяризация различных видов спорта, в данном случае авиамодельного. Вот. Сегодня будет демонстрация полетов, моделей, которые ребята делают своими руками. Вот. И три творческих коллектива еще дадут концерт патриотической песни. Дарья Черничная, Дмитрий Русский, Новороссия ТВ.